Всероссийское общественное движение «Матери России» подготовит план деятельности в городе Якутске. Мэр города подписал соглашение о взаимодействии с главой республиканского представительства движения матерей Прасковьей Борисовой. Сотрудничество планируется в области укрепления института семьи и развития семейной политики города, а также в направлении повышения престижа материнства и охраны здоровья матери и ребенка. Будем взаимодействовать именно по реализации уже принятого закона Республики Саха-Якутия от 14 марта 2016 года об ответственном родительстве. Будет совместные действия в области реализации этого закона в сфере, например, культуры, образования, здравоохранения, а также спорта и в сфере занятости и социальной защиты. Находим такие общие точки соприкосновения, совместно с окружной администрацией будем вести эту работу.